Казахстанский законопроект о митингах – один из самых прогрессивных и либеральных на постсоветском пространстве. Такое мнение высказали казахстанские политологи. Они делают выводы, исходя из проделанной работы, которую провели в Министерстве информации и общественного развития. В нем закреплен исключительно уведомительный принцип организации митингов, и срок подачи заявки о митинге сокращен до 5 дней. В предыдущем законе от 1995 года этот срок составлял 10 дней. Но если сравнивать с нашими соседями, то в России, например, тоже уведомительный принцип, но заявку надо подавать за 10 дней. В Кыргызстане тоже уведомительный принцип и за 12 дней. А в Узбекистане действует разрешительный принцип, и там за месяц надо подавать заявку. Самый важный аспект – это одиночные пикеты. Одиночные пикеты можно проводить в любых точках населенных пунктов, которые не мешают безопасности граждан и безопасности инфраструктурных объектов. Все эти аспекты дают основания полагать о том, что принятие этого законопроекта является очень важным элементом эволюционного развития политической системы нашей страны.